Повышение качества жизни якутян – ключевая задача РНГ. В республике нефтяники строят дороги, мусорные полигоны, мосты. Мост через реку Малая Батоби – один из крупнейших инвестиционных проектов компании, возвели в нынешнем году. Параллельно с этим нефтяники работали над мостовым переходом через Сосарь-Уйрях в Сунтарском районе. Оба объекта – часть федеральной программы строительства автомобильной дороги Вилюй. Мосты мы строили с сентября 2018 года. То есть основной пик строительства пришелся на вторую половину 2019 года и на вот 10 месяцев 2020 года. Только в программу асфальтирования якутских дорог акционерное общество инвестировало 3,5 миллиона евро. А чтобы покрытие выдержало суровый климат региона, здесь же установили немецкий асфальтобетонный завод. Его главное преимущество – мобильность. Можно демонтировать и перемещать на другое место. Сегодня вся производственная деятельность акционерного общества сосредоточена в Якутии, поэтому РНГ – компания с долгосрочными интересами. С самого начала разработки восточных блоков в 2014 году акционерное общество зарегистрировало обособленное подразделение в городе Мирный. Это обеспечило постоянное поступление налогов в местные бюджеты Мирнинского района и Якутии. Внимание РНГ уделяет и поселку Тасюрях, так как недалеко от него ведут основное производство. В поселке нефтяники обустраивают дороги, помогают детским садам и школам. Также последние 3 года акционерное общество снабжает социальные объекты села питьевой водой собственных очистных установок. Большую помощь компания РНГ оказала в строительстве нашего детского сада. Благодаря им детский сад был введен в сроки. Также постоянную помощь оказывает РНГ нашей школе номер 9, также в их и хозяйственной деятельности, и в целом для учащихся. Компания также принимает участие в издательских и образовательных проектах, привлекая местную молодежь в нефтегазовую профессию. Нефтяники организовали экспертную и технологическую поддержку образовательному проекту Мирнинского регионального технического колледжа «Фабрика процессов по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности». Проект реализуется на базе Светлинского индустриального колледжа. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».